солнце и свежие натуральные овощи, фрукты, еще люди, друзья. В самом деле, я считаю, что самый главный – это люди, капитал, друзья. Так что всем добро пожаловать в Алании, друзья, район Клеопатра, где жизнь кипит, где в самом сердце Алания. С вами будет сегодня, друзья, именно я для вас подбирал один уникальный проект, который еще котлование, который уж очень хорошее место для инвестиций, друзья. Не только там апартаменты, там еще есть коммерческие помещения, друзья. Если вам интересно коммерческие помещения, чтобы сдавать аренду, либо самим какой-то бизнес, офис открывать, вот, пожалуйста, сегодня с вами будет. Но изначально хочу отметить, друзья, мы будем совсем скоро, уже, может быть, там уже, мы уже там, в Узбекистане, друзья, Ташкент и Самарканде будем, и 26, 27, 28 Ташкент, потом и Самарканде будем до 1, до 2 мая, друзья, если оттуда кто-то нас смотрит, можем с вами встретиться и поговорить, как можно вот эта красота увидеть, как можно вот эта красота прожить, друзья, можем от и до все вам с вами поговорить о турецкой жизни. Вот район Клеопатра, друзья, песчаный пляж, действительно, натуральный песчаный пляж, вот эта красота действительно как-то трогает, даже как массаж, очень хороший песок. Вообще вот эта эмоция, друзья, вот этот запах, вот это морской воздух через камеру вам, вот это через камеру вам донести невозможно, друзья. Вам нужно просто приехать, посмотреть, пощупать, трогать. Вот люди загорают, вот как гриль, да? Как гриль, как питечка они, вот посмотрите, как питечка они греют, отдыхают. Здесь большинство людей, все европейские, я вижу, сейчас наблюдаю. Да. И жизнь кипит, море, солнце, действительно, это врач. Если вы хотите экономить, экономно жить, друзья, здесь никакого лекарства не нужно, врач не нужно, поэтому наши врачи страдают здесь. Так что здесь вы не болеете из-за климата, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, мы вам в самом деле недвижимость не продаем. Мы вам просто счастье, здоровье, жизни, вот эта красота предлагаем, друзья. Как можно правильно здесь жить? Именно это предлагаем. Предлагаем, но остальные уже ваша проблема. Выбирайте или не выбирайте. Так что давайте теперь поедем, посмотрим наш сегодняшний вот этот инвестиционный проект. Если есть у вас вопросы, под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Теперь поехали! Самое главное, друзья, как-то недвижимость, это место расположения. Место расположения однозначно, еще раз, место расположения, друзья, как раз у меня сзади вот это отлично место расположения. Уже там активно продажи идет, мало осталось, друзья. Дуплекс тоже есть, 2+1 и 1+1 апартаменты сейчас на продаже. Это просто отель сейчас, старый отель. Отели будет убирать, будет новый дом, свежий, современный дом будет, друзья, богатая инфраструктура. Так что очень богатая инфраструктура там будет. Еще внизу коммерческое помещение, друзья. Так что рядом есть рыбный базар. Каждый вторник еще фермерский рынок, друзья. Рядом, отсюда буквально 400 метров недалеко, рядом напротив, вот домашний турецкий ресторан есть здесь. Напротив сразу вот Carrefour и продуктовый магазин, автовокзал, частный школ, государственный школ,
и частные больницы Анадолу, все, вот эта городская инфраструктура здесь, рядом, друзья, недалеко. Короче, если вы хотите потом перепродавать, если вы хотите потом сдавать свои жилья, друзья, это только вот такое месторасположение, это центр. Центр города Аланья, район Клеопатра, друзья. Здесь практически уже пустой земельный участок нету. Просто не осталось, друзья. Так что у вас есть в России или Украине, Казахстане вот такой кнопка? Можно сюда ко мне? Можно. Вот такой кнопка. Нажимаете, через 5-10 минут подъезжает такси, друзья. Это каждый шагу практически здесь в Алании есть, друзья. Так что вот такой инвестиционный проект сегодня я вам показывал, друзья. Моя задача вам все вот это жизни, турецкой жизни донести, показывать, рассказывать. Ваша задача купить, жить, наслаждаться, друзья. Так что всем желаю теперь счастья, здоровья, друзья. Самое главное – здоровье и любить себя. Любите себя и не обижайтесь, никого не обижайтесь, друзья, любите себя, это счастье в самом деле, друзья. Теперь на меня смотри, туда, у тебя глаза туда-сюда идет, да? Я калар сам.